В 12 лет я начал выполнять мощную йогическую систему под названием Ангамардана. Ангамардана буквально означает иметь полный контроль над своими конечностями. Это эффективный способ укрепить сухожилия. Эта практика спасала меня в самых разных жизненных ситуациях, помогла мне справиться с травмами и самыми разными вещами, которые я творил со своим телом. Вот мой завтрак. Очень важно, чтобы каждый из вас поддерживал хорошую физическую форму, был в тонусе для жизни. Это означает выносливость тела, остроту ума и мягкость в сердце. Сюда, сюда. Раньше я часто играл в спортивные игры, чтобы оставаться в форме, но сейчас мой график не позволяет этого. Также в этом мне мешают старые травмы. Поэтому я иногда играю в гольф, и как минимум раз в год я отправляюсь в горы на высоту 5800 метров. Это мое медицинское обследование. На обследование как таковое я не хожу. Это мой нагрузочный тест. Вы знаете, что это значит. Если я провалю такой тест, это будет конец. Сегодня мы предлагаем всему миру возможность попробовать эту мощную систему под названием Ангамардана. В особенности в этом году мы уделяем внимание вооруженным силам. Мы уже обучили более 300 преподавателей из пограничных войск, а они, в свою очередь, будут обучать свои подразделения. Этот Международный день йоги я проведу в Сиачене вместе с вооруженными силами Индии. Мы будем обучать индийских военных некоторым аспектам Ангамарданы, который является мощной йогической системой. Это то, что необходимо индийской молодежи. Мы хотим, чтобы нашим офицерам и солдатам было доступно самое лучшее.